Здравствуйте, уважаемые гости и подписчики канала «Птица домашняя». Недавно ко мне в комментариях к последнему ролику обратился блогер «Зеленки на деревню UA» с просьбой о помощи. Так вот, там у автора случилась проблема. Этому ролику уже 3 дня и комментарию 3 дня. Потому как сейчас нестабильно в последнее время выходят ролики, и я до сих пор не могу еще ответить на все комментарии, чего со мной в принципе не бывало. Наверное, понятно, что у меня хронически не хватает времени, большая загруженность. Поэтому вот я только вчера увидел этот комментарий, и сегодня вот как вчера же посмотрел на этот канал, зашел на этот канал, посмотрел, в чем там дело. Дело в том, что с автором этого канала я не знаком был. То есть я даже этот автор не мелькал у меня в списке рекомендованных, поэтому я посмотрел, там около 10 тысяч подписчиков, то есть канал не молодой, я имею в виду, это не фейковый какой-то аккаунт, сделанный специально для того, чтобы срубить бабла. Вот, но насколько я мог, я вот попытался для себя прояснить ситуацию. Может быть, точно какие-то все, вот я вам сейчас не скажу все досконально, да, там, в общем, у мамы автора была онкология, которая вытянула все деньги из бюджета, и сейчас вот не так давно автор сам получил, значит, перелом, там какие-то травмы, очень требующие серьезного длительного лечения, там разрывы связок, что-то еще, в общем, и она называла срок понедельник, когда ей необходимы будут деньги на операцию. Но я думаю, что даже если вот к этому сроку сейчас уже понедельник, деньги какие-то не поступят к ней, допустим, от нас или с помощью нас, да, то деньги помогут ей потом в дальнейшей реабилитации и лечении. Если вы помните, не так давно у колхозницы собирали тоже деньги, вот блогеры мобилизовали, сделали репосты, и благодаря такому освещению пришли новые подписчики. А подписчики — это тоже такое, знаете, косвенная помощь. Каждый подписчик, он дает, небольшой, но там прирост заработной платы, можно сказать, платы от YouTube, да, а денежки эти потом могут пойти также этому автору на лечение, на реабилитацию. Поэтому, если можете, зайдите, посмотрите. И вы знаете, я, как правило, ролики записываю только тогда, когда я досконально разберусь в ситуации, стараюсь, по крайней мере, да, максимально в нее погрузиться. Но вот сейчас у меня хронически не было времени этим заниматься. Смотреть вот чужие каналы, на свои вот не хватает времени, да. Вот насколько мог, я так вот посмотрел эту ситуацию. Вы зайдите сами, вот для себя что-то проясните, если у вас останутся вопросы, задайте вопросы там автору. Ну и, знаете, помощь — это дело добровольное. Хотите — помогаете, хотите — нет. В общем, смотрите, зеленки на деревне UA. Всем здоровья, всем добра и... До свидания.